Привет, народ. Пришла мне вот такая вот посылочка местная. Вот, фирма КС какая-то, ну, Толс, это инструменты, а КС не знаю. Вот, это экструдеры на выкручивание болтов с внутренним, этом, как его сказать, ну, вот шестигранные, я не знаю, как правильно называть, у нас они имбусы называются. Вот, под имбусовый ключ. Вот такие экструдеры, то есть принцип их, если вот края или ключ уже не может открутить, так вот здесь как бы резьба наоборот, то есть вы крутите экструдер, он ключ или этот, ну экструдер, по-другому никак. Вот, и он как бы закручивается в болт и выкручивает его. Не знаю, не пробовал, все время я обходил сам дремель, фреской сбрушивал, срезал, там высверливал, ну, эти головки, и потом высверливал клёны эти болты. Ну, в общем, это было пекло. Не знаю, как он себя зарекомендует, как будет работать, но другого ничего нету. Вот попробовал, купил целый набор. Тут 3-4 миллиметра, потом 5, 5,5, 6, 8, 10, 11, 12, 14. И вот дюймовые. Зачем мне дюймовые положили, не знаю. Ну, в общем, посмотрим, будет оно работать или не будет, но вот смысл такой. Такой вот небольшой наборчик. Потому что когда поездишь по этим таким заказам, то как бы, ну, надо что-то с этим делать. С теми неполадками, которые нас ждут. Ну, на сервисе это надо. Так что такое небольшое скромное приобретение. Ну, дорогой, зараза, 100 евро. Вот эта вот коробочка. Посмотрим, как себя оправдает или нет. Так что, ребята, девиз у нас все тот же самый. Хорошие люди должны работать с хорошим инструментом. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.